Всем привет! Сегодня воскресенье, я в Швейцарии. Хочу вам показать, как отдыхают швейцарцы. Смотрите, я сейчас гуляю по парку, по лесу и нашла такую зону. Люди жарят шашлыки, барбекю, с детками гуляют на площадке. Погодка супер хорошая, теплая. Вот такой вот лес, воздух прекрасный, чистый. Обязательно сюда придем, как еще потеплеет, пожарить шашлыки. Вот разводят костры, много тропиночек в этом лесу. Вот. Друзья, как вы проводите свои выходные, напишите, пожалуйста, очень интересно. Ходите ли вы в лес? Вот, а я продолжаю гулять. Хочу обойти все эти тропинки. Все, всем желаю прекрасного настроения и хороших выходных. Пока-пока.